Одинцовский округ – лидер Московской области по выявлению и ликвидации самовольных, аварийных и долгостройных объектов. За 5 лет реализации программы из 845 объектов ликвидировано 531 строение. 21 достроен и введен в эксплуатацию. Нужно понимать, что за каждым объектом обычно сложная история, ситуация. Есть много нюансов и юридического плана, и, безусловно, технического. Взять и просто так снести здание, конечно, нельзя. Поэтому по многим объектам идут суды. Тем не менее, эта работа ведется и ведется эффективно. Свои обязательства мы выполняем. На сегодняшний день в работе находится 148 объектов. По каждому из них установлены сроки исполнения. На контроль объекты попадают после объезда в территории сотрудниками администрации Госстройнадзора, в том числе по обращениям граждан. Снять объекты с контроля можно только в случае сноса, приведения в соответствие путем устранения нарушений или получения необходимой документации, в том числе в судебном порядке, так называемой легализации объекта. Если это долгострой, то появляется способ завершения строительства, ввод в эксплуатацию и регистрация права. Цель программы – снести строение, представляющее угрозу жизни и здоровью граждан, тем самым улучшить архитектурный облик округа и благоустроить территории, либо завершить строительство и ввести в эксплуатацию недостроенные объекты. На месте фундамента здания поликлиники в Трехгорке, а в связи с банкротством застройщика и вострой, скоро появится современный объект здравоохранения. Участок передан фонду развития территории для строительства поликлиники на 500 посещений в смену со станцией скорой помощи и дневным стационаром. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».